Свара сейчас обложили со всех сторон, везде войсками. И мы будем стоять до конца, и где уже блокпосты, никто не будет. Раз мы уже, мы хотим этого, а теперь мы уже требуем, чтобы была федерализация, чтобы сделали референдум, и чтобы люди сами проголосовали. Сделать простой выбор. Покуда нету ни российских войск, нету никого. Ну, а если уже что-то начнется, то мы просим тоже Россию, чтобы вмешали в ситуацию, просто нам помогли провести спокойно референдум. Соблюдаем чистоту, убираем. Мы не считаем нынешнюю власть легитимной. Мы просим уйти ее в отставку, просим нас услышать. Мы хотим, чтобы Янукович, он является действующим президентом, пусть он вернется к своему народу, не бросает нас и объявит официально референдум, чтобы мы могли провести. Тогда мы сможем уже, если народ не устраивает президент Янукович, значит, будут перевыборы, выберем нового. Но он на данный момент является легитимным, только он. Либо того водителя, который...